Вначале была идея. Идея, которая зародилась в сознании нескольких людей. Идея, за которой не стояло еще ничего, кроме упорства и желания немногих. Идея создать сообщество, движение людей, для которых игры больше, чем просто развлечение. Каждый день вера в эту мысль укреплялась. Каждый день на протяжении последних 6 месяцев ее ростки достигали все большего и большего числа людей. Каждый день этот абстрактный, идеализированный образ становился все крепче, становился все более достижимым и осязаемым для каждого, кто с ним сталкивался. На протяжении многих дней, недель и месяцев вера в эту идею захватывала умы. Десятки и сотни тысяч зрителей, которые видели, что за нашими видео стоит посыл, смысл, желание задать новые стандарты восприятия видеоигр и их культуры. Полгода мы трудились, чтобы доказать, что эта мысль имеет право на существование. И каждый день мы чувствовали вашу поддержку, выраженную в похвале и критике. Даже простой лайк вносит вклад в наше общее дело. От видео к видео вы показывали нам, что для вас это также важно. Не давали нам опускать руки и помогали нам двигать нашу общую идею вперед, в массы, к вершинам. И вот мы здесь, в преддверии 2018 года. Цель все еще за горизонтом, бесконечно близко. Именно там, впереди, образ того, к чему стоит стремиться, ради чего стоит стараться и трудиться, не покладая рук. Идея все еще жива, но за ней теперь не только мы. За ней теперь 50 тысяч человек, 50 тысяч вас, движимых теми же идеалами, 50 тысяч зрителей, перед которыми мы несем ответственность, 50 тысяч соратников, сподвижников и просто тех, кто нашел на нашем канале нечто ценное для самих себя. Идея ведет нас, а зрители придают сил. Она наполняет смыслом все, что мы делаем и над чем трудимся, укрепляет нас в нашем упорстве, направляет на стези правды ради образа своего. Но расслабляться нельзя. Мы все еще в самом начале нашего длинного и тернистого пути. Пути к тому, чтобы стать частью чего-то большего, чем мы сами. Пути к тому, чтобы стать чем-то большим. И чем дольше мы по нему идем, тем больше нас становится. И мы намерены дойти до самого верха. А ты?